Добрый день. Здравствуйте, дорогие любители леса. Вас приветствуют грибоведы. И мы сегодня расскажем про грибочек, который встречается поздней осенью. Да, это рядовка мыльная. Ее называют так якобы из-за запаха мыла, но мы сколько раз нюхали его, честно говоря, не учуяли. Да, относится она как бы к несъедобным. Да, вот. Потому что я из-за запаха. Угу. Ну, кто ее знает, может... Но, во всяком случае, она не ядовитая. Ее можно поесть, но, наверное, не сильно захочется, я так думаю. Давайте посмотрим, как он устроен, этот гриб. Да. Он, хотя и называется рядовкой, мы рядами никогда его не видели. Там несколько грибочков. Да, гнездом таком, да. Да. Ну, может, это у нас только так. Ну, во всяком случае, железное это так. Угу. Так. Осторожно. Вот растет вот тоже в этом. Да, растет на мху. Растет в тех же местах, где и рядовка серая, очень на нее похожа. Вот именно почему лучше, как говорится, этот грибок нужно знать. Потому что она растет вместе с рядовкой серой. Серая рядовка – замечательный, шикарный гриб. Ну, это вот считают, что она гораздо хуже или вообще несъедобна. Да. Но не ядовитая – это точно. И вот с этим грибом свои сложности. Но эти сложности нужно знать. Вот, немножко в красноту впадает она, и шляпка почти всегда сухая. Да. И ножка. Вот на серой рядовке она блестящая какая-то вот. Ну, мы потом сравним эти две рядовки, серую и мыльную. Хорошо. Ну, а сейчас смотрим, что у мыльной обычно макушечка чуть-чуть выпуклая, бугорок. Она бывает такого красновато-серого цвета, скорее даже коричневато-серого цвета. Коричневато-серого, да. Да. И края всегда светлые. Белые там... Как бы такой вот... Размытый кантик с градиентом. Да, да, да. Ну, он... Кантик этот всегда есть. И еще вот такая сухая шляпка. Переворачиваем и смотрим на пластинки. Они достаточно светлые. Угу. И скорее даже белые. Ну, могут быть и сероватые, и красноватые чуть-чуть. Она интересна тем, что очень вариативна эта рядовка. То есть она может быть разного цвета. Ножка у нее обычно... Угу. Не полая. Ой. Ой. Но не горькая. На вкус противная довольно. Но не горькая. Ага. Мыло ела. Ну не знаю, я не пробовала. Как, в детстве не ела мыло? Так. Рядовка эта имеет такую довольно тонкую ножку, которая уходит вглубь мха, и часто на конце ножки вот какой-то еще отросток бывает. Вот как корень, что ли, такой. Он иногда и даже тоненький бывает. Но если найдем, еще покажем мыльную. Вот. Ну-ка, вот это вот. Сейчас. Так. Вот здесь сильнее заметно. Коричневатость краснота. Вот это, да. Да, коричневатость. Так. Вот. Ой. Ну и уже потом вы видите, что пластинки становятся и зеленоватые, и красноватые, и коричневые, какие только они не бывают. Но я думаю, что ничего страшного, если даже вы ее возьмете, не умрете, по крайней мере, не отравитесь. Да, успокоила, не отравитесь, да. Успокоила. Нет, да. Ну лучше все-таки вот это ее знать и поэтому не брать. Да, вот такие они рядовки мыльные. Если мы еще найдем, еще покажем. Ну, а сегодня у нас 2 октября 2016 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, дорогие друзья. Про мыльные у нас есть страничка на сайте. Да, там, можете посмотреть. Там более фотографиях с описаниями. Все, спасибо.